Всем привет! Сегодня у нас будет рулинг на 19 тысяч самоцветов. Попытаемся выбить недостающих героев. Имп, короче, которых только можно выбить у нас в игре. Будем ролить вот такому вот аккаунту с котиками. Не знаю, как этот аккаунт еще назвать. Аккаунт Никиты, моего подписчика, который находится в гильдии Conquirers, завоеватели, которые занимают первые места на атаке фортов, битве гильдий, везде ищут хороших игроков с хорошими показателями на битве гильдий. До 150 тысяч силы, возможно, исключение, писать vk.com/ Алехандджи. Не знаю, ну вы в принципе видите, куда кому писать. Кидайте заявочки, вступайте. Гильдия, как видите, действительно занимает только первые места. 57-75. Ну, средний. Да, где-то в районе 150 тысяч силы. То есть гильдия реально занимается этими направлениями. Так. Хорошо. Что нам сегодня надо выбить? Не хватает Седны, Афины, Франки, Анубиса, Ронина. Ну, как бы самых таких топовых героев. Аккаунт донатный. До минуса почти до донина. 125 169. Почти скоро будет минус. Давайте посмотрим, что у него тут вообще пройдено. Так, волны до Джей дошел. Подземочки. Подземочки шестые, только кошмарки начал. Так, интересно, а что в королевской битве у него? Восемнадцатый уровень. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Аккаунт, судя по всему, молодой. 85 тысяч. Так. Давайте посмотрим, что на складе есть интересного. Купидоны, черепа, шапка. Ну, как видите, героев не особо много. Так. А что в алтаре? Рину с бастом. Неплохо. Ворожей топовый. Ну, Фрея с богом войны, ну, тоже интересный. Так, каменка, стойкость, корка, ремка, тыкваберс, харгул, ведьма, бигфут неплохой. Так, ремок, видно, не хватает на аккаунте. Валька нормально, шапка, заклинательница. Ну, повелитель дырочек даже есть, один из последних, еще один ворожай, еще один бигфут. Ну, видите, у него герои 22.90. Он просто их не качает. Чисто прокачивает основу. Ну, в принципе, с одной стороны это хорошо, с другой стороны в командных локациях, таких как атака фортов, надо все-таки побольше героев. Так. Так. Ну, поехали, надо Седна, Афина, Франки, Анубис, Ронин. Ну, надеюсь, мы кого-то дословим. Так. 19 тысяч. Также у нас сегодня идет две акции на трату. То есть тут карты, такая карта получится. Вход. И у нас дополнительно есть в событиях. На трату коллекционер героев, если выбить бигфута, можно получить пятый сет ремки, ребята. Пятый сет. Это достойно. Плюс сложный выпад. Если 15 эктоплазмов, Фрэнки, коробка, тоже неплохо. Ну, за леди Лео руны дают. И налетчик просто обновление таланта. Ладненько. Побежали. 13к. Так. Посмотрим, какой у нас сегодня рандомчик. Леди Лео сразу же упала. Сразу можем забрать, ребята. Так,
бочку выбили, леди Лео выбили сразу же. Причем сразу забрали рунку. Ну, уже приятно. Хотелось бы, конечно, Бигфута выбить. Даже больше, чем тех героев, которые ему надо. Все-таки. Так, князь Теква. Так, рэндом. Я тебя, конечно, люблю, но... Давай что-то интересное, достойное. Арасик. Но это не то, что нам надо. Фея. Друид. Блин, эктоплазмы что-то падают один за одним. Что это такое? Это опять князь Теква, ну. Эх. Да ладно. Уже половину проролили. Люблю ролить мало самоцветов. Люблю, когда самоцветов много, и можно что-то интересное достать. Пойдем потом ролить на мой аккаунт. Так, 450. Еще раз 450. Еще раз. Еще. Еще. И еще. Блять, опять Леди Лео. Да что такое? Аж бесит. Дракос. Да где все легенды топовые? Печалька какая-то, ребята. Это просто... Да, блядь. Ну вот вам... И рандом. Просто жесть. Просто жесть. Ну что я могу вам сказать? Это пипец. Просто. Одни лево, ну ничего не сделаю. Что смог, то сделал. Ну, не прет, не прет. А леди лево почему-то на H2 упала. Странно, странно, странно. Ну, еще раз рекламку сделаем гильдии. Пойдем на мой аккаунт, проверим рандом. У меня гильдия Conquerors. Первые места ищет активных игроков до 150 тысяч силы. По поводу приема писать vk.com/ и вот никнейм главы ихнего. Ну, в принципе, все. Побежали на мой новый аккаунт. Попробуем удачу на нем. Посмотрим, что у нас там выпадет. Обидно, конечно, обидно, что нам Леди Лео насыпало. Ну, ничего не сделаешь. Так, вот мой нубский аккаунт. Сейчас мы, чувствую, бига достанем. Так. А, мы там не забрали. Сейчас мы вернемся, заберем. Может, у нас там что-то еще интересное есть. А то я убежал. Так. События. Блин. Ну, что я могу сказать? Ну, Фрэнки достали все-таки, коробку достали. Хоть что-то достали. Нормально. Ну, надеюсь, хотя бы так достали. Еще и пятый этот. Ну, давайте сразу его откроем. Он хотел Фрэнки. Так, смотрим, с каким там он талантиком выпал. И откроем коробочку. Ну, тут все понятно. Поменять. Выбрать предмет. Сменить. Ну, приговор такой себе. Ладно, он сам подумает, кому можно поставить. У него тут есть герои. Может, кому-то допу поставит. Захочет прокачать. Ну, как-то так. Ну, один недостающий герой есть. Это уже хорошо, что на 19к мы все-таки выбили этих долбанных слизняков. Ну и, честно говоря, это не проблема кристаллических на 20к выбить.
Вот Бигфута бы словить, это было бы неплохо. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Блин, ну ладно. Запишем отдельно мой роллинг. Посмотрите отдельным плейлистом. Ну, поздравляю, в принципе, одного недостающего вытащили. Надеюсь, он тебе поможет. Ну, или Делио тоже помогут. Все. Кидайте заявочки, пишите комменты. Всем пока.